А у Дока одного очка не хватает. Того самого? Того самого это какого? Это того самого. Где вы? А поконкретнее можно? Я вижу Вадима, но я не вижу Дока. Он ищет свое очко. В поисках очка. It's the boy again. I mean, the cocky motherfucker, all he do is win. I mean, the exorcist of lover, come you summer up the cover. А ничего, что в 90-х была проблема из-за того, что нефть в пизде, и просто нефть начала подниматься. Как раз, когда он стал президентом. Как бы это никак не связано, это просто вот прошло время. О, Никит, стой. Еще. Типа, да? Что вы там, коров мацаете? Нет, смотри. Меня все равно не видно в этом кусте. Пошлите вот, людей так. Вот именно за этим, блять, и нужно в Divinity играть. Нахуй квесты. Нахуй Оскар. Я спиздил, у тебя 3500. Ты охуел. Слышь, верни, блядь. Вертай взад. Пацаны, а чё за пугало из спорной игрушки? Хз. Dungeon Master. Просто я тут недавно одну игрушку... Как недавно? Почти несколько недель назад. Совершенно случайно недавно обнаружил одну игру на просторах интернета. Со спрайтовыми сценами. Более 1000 видов спрайтовых сцен. Да. Похожие на Bloodborne. О, это что самое место? То самое? Злобное колдовство. Вот воспрещен. Ну, хуже это школьная столовка. О! Посмотрите, тут мужик лежит и тупо отдыхает. Видите, поинт? О. Просто посмотрите с камерой, типа не идите туда. О. Тупо пожилой чил. Да. Ек. Гном благословляет этот мир. Аниме новое. Вадим, срочно. Тут лагерь чей-то. И я видел только что, как белка украла со стола бутылку с пивом. Не верите мне? Поверьте белке. Я видел там, вот белка такая бежит, хоп, со стола пропадает бутылка с пивом. Хе-хе, бой. Ну это опыт. Ценный, жизненный. Я же говорю, вообще похую. Не думаю, что они какие-то прям сюжетные персонажи, поэтому поебать. Во! Большой братан. Вот это брат... мой размерчик, да. А то маленький братан, это приговор. Братан 15 сантиметров, это приговор. Размером-то побольше стало, вот только что-то как от маленького. Но главное не братан, а умение им пользоваться. Блин. Блять, гляжу со смайликом, блять, пипега. А я что-то вчера ржал. Я просто хочу нормально жиж. Жиж. Да-да-да, вот так вот их ржал. Жиж. Что-то святое вчера. Я просто хочу нормально жиж. Давай, ходи, жиж. Я пытаюсь. Блять, жиж. Я хочу гибнуть жиж. Блин,
Мне что-то Divinity сворачивается, когда я в браузер перехожу на второй монет. Ну, все потому что браузер хочет нормально жить. Джуджу, я в Египте. Вечер добрый. Добрый-добрый. Что за мемы тут такие кидаете? Я просто хочу мирно жить. Леш, что за мемы? Я просто хочу нормально жить. Я вижу. Давай, док, ходи. А, да? Тебе сказали, блин. Ты посидел, ржём с... Хватит, пожалуйста, я не могу уже. Это слишком. Ты не можешь уже жить. Нормально жить? У меня шука заболела. Бля, сохранил это, короче. Я тоже! Поделитесь, значит, с Владом. Ну просто нужно нормально жить так. И как бы все само придет. Вы за цветочек походил, а теперь походи за жишь. Вы ходите или выживешь? Да блин! Давай, док, ходи, что ты будешь? Да сложно, блядь, не могу. Жиж надо. Да вы заебали! Как вот болит аж от такого. Че ты мы ненормально жишь? Мы одного этого давно не можем свалить, чувак. Где он? Да, блин, он уже не порчен. А, вон он, да. Блин, ты можешь нормально жишь? Ясно. Ой, ёбак, блядь! Ай, ёбаный жиж. Вадим, ты успокоился? Хули, да? А жиж, ты можешь что-то как там твоя жизнь? Ну все, жизнь стоит. Как там твоя жизнь? Там заебали! В случае... А, Дивинки сворачивай. Леша, мама! Хватит! Я не могу! А жизнь не умеет. Бля! Ты не уйдёшь? Понимаю, жишь хуйня. Let me жишь. Let me жишь. Пацаны, тут бой. Сюда. Тут цицмобой. Я себя не родил, я спрошу. Никита, может соображать. Я понимаю. Ты скажи, что ты не можешь жить без меня. Хватит! Пожалуйста! Да все, хватит, я уже сам не могу. Ой, блядь. Новая нарезка будет, блядь. Жизнь! Жизненная! Хватит, Вадим, я уже сам не могу, у меня уже горло болит. У меня уже, блядь, сердце болит. Ой, сука. Смотри, у тебя скорки.
давайте так не будем. Пойму, не решать. Я, блядь, я не вывезу, блядь, эту хуйню. Дай жижи, дай жижи. Тут редис, блядь. Я уже посмотрел. Ядовитые покры. Ядовитая жижа. Это вот жижа. Давай, Никит, ходи. А, ну, да. Ну, а куда? Самое интересное, никуда двинуться-то не могу. Да, у меня тоже такая херня. Шотгады. Житья не дают. Житья? Блять, похилите меня. Ну хватит, хватит, меня уже побудут ваши. Похилите меня, пожалуйста. Кто это начал, блять? Я скинул, слышишь? Я хочу миг на жизнь. Можешь меня хилить, Никит? Что ты пердишь? А у меня хила нет. Ты свитков нет? Я бы скинул. У меня есть. Вот и беда. О, блядь, спасибо. Куда тебя? Да, вот сюда иди. Ну или так. Да хуй тебе. Мне главное походить, чтобы меня не убили. Молись, блядь. Да хуй тебе. Нет, 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 сука. Ха! Ну чё, жиж не дается, да? Бля. Ну все, уже поймите. Жиж не дается, мать не выдается. Вот Дим уже держится просто изо всех сил, чтоб не ржать. Кинь меня куда-то подальше, чтобы я мог жишь. Да, блядь, ты заебал меня уже. Давайте закончим этот бой, блядь. Прервёмся. Я уже не могу, блядь. Хочу отдохнуть от этой хуйни. Хочешь жишь? Всё, я больше не могу. Это было сильно. Я просто согласен. Дышать невозможно нахуй. Ой, блядь. Ой, Люта. Шамиль. Вот. Это просто я. Жиж. Это я, Шамиль. Дай просто. Жиж. Лёша, спасибо, что поднял настроение на днюхе. Охуенный день рождения пытался. Просто жижненный, я бы. Флекс на пати у Дока. Пацаны, вы меня ожишь? Ожишь. Теперь ясно. Говорят, что типа, почему Иван Грозный такой, это из-за того, что Зина ел. Что он жиж? Бля, такой же, блин, Дока. Ты заебал уже, бля. Ты сам дайте. Блять, из-за вас я теперь не смогу сегодня. Чё, ты сможешь? Жиж не сможешь. Да блять. Я хоть уже немножко успокоился, но, блин, Вадим уже повторит вот. Да, Вадим очень мало. Колобок повесился, Буратино тонул. А Вадим жиж. Это как будто старая Волга, которая заводится. Мне кажется, она такие же звуки издает. Не, это уже это же. Какие-нибудь старые американские автомобили, там, у Генри Форда. Вот так. Вот именно, вот так это заводит. Давай заведем старый Форд. Да, сейчас бабушка, блядь, убьет, походу, просто. Давайте поможем Вадиму завести. Сука, после этого, блядь, смеха, я прям чувствую, блядь, что я. Что я чуть-чуть, блядь, пресс накачал под жирком. Вот так вот я и сбросил эти 4 килограмма.
Просто сидел с нами. Просто сидел и ржал. Да. Съебываем отсюда, пацаны. Я спиздил там у кого-то что-то из карманов. Блять, а где моя одежда? Уже разделили, выебали Никиту. У меня денег просто не было тогда. Я уже все свои потраченные миллионы, которые я честным способом заработал. Ни копейки у людей не взял. Все сам. Все сам. Тихо, не двигайтесь. Ты же понимаешь по линии о чем. Я все понимаю. Я попробую договориться сейчас. 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 Этот какой-то умственно отсталый. Предложить. О, они даже шевелятся. Четыре дня. Ой. Ну, ой, ой, ой. Ой. О, это волшебный петух. Волшебный петух. Ну, я же говорю админ МДК. Убил колдуна. Проваливай. Он тебя телепортнул? Да. А где ты? А я тут. Ты тут. Он вернулся. Ну, ко мне. На меня. Ну, кому еще? Так, я сейчас этому петуху наваляю. Душара. Джмышара. Теперь не такой еще на волшебный. Да, не такой он был и волшебный. Камни. Не, ну он меня оскорбил, сори. Кам я такое не прощу. Я как бы уже одного и так прощаю. Бам. Сейчас просто ванш. Почти. Ну не почти. Блять. А он я тебя резну у него за спиной. Окей. Behind you. Блять, братан, не надо! Братан, нет! Так можешь мы этим его скрыть? Если главное своего, блять, хода дождаться, я на себя купол бахну. Куда ты лезешь? Братан, нет! Не надо! Братан! Не надо! А ты чё, тебя бьёт? Давай, повар. Гейб, он такой милый сегодня, он пару комплиментов, и он мой. Ждем Оскар, Маша и Медведь, да? Нет. Он плавал. Когда уже Оскар фиксикам дадут? Вот это вот, да, вот это вот заслуженная будет победа. Развивающие мультики, фиксики, первое место. Развивающие мультики для дошкольников 20+. Не-не-не, за дошкольников. Я вообще некроманчу хотел. Ну вот некроманчу возьму. Еще лучше. Сможешь призывать братанов кровяных. Вадим, ходи. Да. Вот постоянно я вот этот звук слышу. Когда вот это говорю, я просто понимаю. Сидит там в телефоне и жопу у него вываливает телефон.